Глава региона побывал на уроке русского языка у победителя конкурса и, общаясь с восьмиклассником, отметил, что им очень повезло, что у них есть такой педагог. Он не просто учит литературе и орфографии, а заставляет их думать и мыслить. А уже после уроков за чашкой чая глава региона побеседовал с учителями Армавирской школы номер 7. И сегодня мы говорим о том, как сделать так, чтобы учителя поставить на высокую социальную площадку. В рамках города сложно, края пытаемся. Учитель должен стать на высокую социальную площадку. Тогда мы будем иметь гарантированное, обеспеченное завтра. В неформальной обстановке глава региона и педагогический коллектив говорили об образовании в крае, о том, каких успехов удалось достичь как учителям, так и их ученикам. Рабочий день губернатора края в Армавире продолжился встречей с жителями города.